мало кто говорит о женщинах, которые остались в тылу и ждут своих мужей, отцов. У них такая же тяжелая ноша, как и у их любимых. Девчонки очень интересные, красивые, как вы уже посмотрели на фотографиях. У них у всех горящие глаза, у них у всех есть внутренний мир, душа. И вот это очень легко было передать с помощью таких крупных, интересных портретов. Обратила внимание, там самарский губернатор президенту вручал альбом, где женщины в кителях. Я такая думаю, о, что это за думка, мне, в общем-то, сразу заинтересовала. Портретная съемка такая великолепная, мне очень понравилась. Сразу как-то вдохновилась. Оказалось, что эту идею многие города подхватили. Уже идет такой вот флешмоб по всем городам, по всем регионам. Ну, я подумала, а почему Рязань хуже, да? Рязань – это вообще столица ВДВ, вот. Сразу же моментально пост разместила, вот, и пошли отклики, заявки на съемку. Идут все, не модели, так скажем, просто обычные женщины. Просто надо в каждой найти красоту, вот и все. А они все красивы на самом деле. Для нас фотопроект, конечно, был такой возможностью выйти из дома, собраться, накраситься, провести один день с минимальным количеством мыслей о том, да, о чем мы думаем всегда. Это большая поддержка, в первую очередь, конечно, для нас, потому что про нас, про жен, на самом деле не вспоминают никогда. У них есть тыл, и тыл – это мы. Мы с мужем 9 лет вместе и познакомились на автобусной остановке. Он меня подвез до дома. Это гражданский подвиг. На самом деле. К этому нельзя подготовиться, и никогда тебе никто не объяснит, каково это жить с военнослужащим, с офицером. Чем больше ты с ним и дольше живешь, тем это сложнее и тяжелее с каждым годом. Но на гражданскую жизнь я бы никогда это не променяла. Потому что наши мужья... Дети, отцы, все те, кто находится сейчас в зоне СВО, это настоящие герои. Абсолютно все. От рядового до генерала – это люди, которые не испугались, которые взяли ответственность за себя, за всю страну. И чего, что мы можем бояться, если у нас такие мужья, которые не испугались пойти защищать свою страну? Чем больше вы гордитесь, тем они сильнее это чувствуют, и намного им это помогает. Они, находясь там, даже с отсутствием связи, они все равно чувствуют. Мы с мужем познакомились очень давно, мы учились в одной школе. Он учился в классе у моей мамы, на год старше меня. Вот. Потом он уехал учиться в медакадемию, и вот, получается, когда прошел его выпуск, мы поженились с ним. То есть мы с ним уже 3 года вместе. И живем здесь, в Рязани. Он военный фельдшер. Ну да, тяжело, но мы через все пройдем и со всем справимся. Когда-то это все закончится, и он вернется к нам обратно домой. Мы все равно знали, что у них свои собственные риски, своя работа, которую они сейчас выполняют по максимуму. Я сначала посоветовалась с мужем, он очень обрадовался, что я буду там участвовать, потому что, во-первых, получится очень красивая фотография, которая останется нам на память об этом, обо всем. А так он очень гордится, что его здесь ждут. Это мой первый опыт в таких крупных проектах. Но, безусловно, он важен. Важен лично для меня. Я это сделала по зову сердца. То есть я так решила, что так правильно будет. Вы знаете силу? Вот ту силу, которой обладают женщины, жены военных, без которых военные офицеры не смогут никак. Я когда вижу таких девушек, женщин,
Я не удивляюсь этому, потому что, ну, наверное, наши русские женщины, тем более жены офицеров, они такие, как Некрасов, да, у нас писал, «Коня на скаку остановит, горящий избудет». Это вот про нас, про всех.